Всем здорово! Володька под ночь вчера выгрузился, даже домой ночевать не поехал. Переночевал здесь. Маленько еще посмотрели, что у него там с турбиной. Не знаю, выскакивает все равно, 99-я ошибка. Но он, конечно, приноровился газом регулировать, чтобы она не появлялась, не выскакивала. Но все равно вся эта хиромантия неприятная. Поэтому я ему поменял актуатор, поменял датчик оборотов вала турбины. Сейчас поедет испытывать, посмотрим. Если ничего не поменяется, то, наверное, надо менять турбину. Не хочется, конечно, но ничего не поделать. Вот. Ну и поехал он дальше работать на загрузку. А ко мне сейчас уже приедет манипулятор скидывать коробку. А я из всей проделанной работы, которую осилил сегодня, это только принести инструменты до бака. Больше ничего сегодня не делал. Вот, поэтому сейчас надо 6 секунд. Самое тяжелое здесь, в принципе, это, наверное, снять кардан, открутить. Ну и все, остальное все так. 6 секундецев. Потом главное не перепутать вот эти фишки. Вот эту с вот этой. Иначе сгорает сразу датчик положения педали сцепления. Тот, который находится на цилиндре сцепления. Наверное, я их помечу хомутиками. Сюда прикреплю один хомутик, а сюда два хомутика. И будет означать, это типа передний один, а это задний, второй номер. Ну, те фишки никак не перепутаешь. Они всегда лежат упакованы в своем месте. Ну, и эту, соответственно, тоже. Вот, что вам еще рассказать. Наверное, все ключи сейчас надо будет притарабанить. Воздух с подушек за ночь ушел, естественно. Та-да-да. Что еще? Ну и, в принципе, все. Сейчас кабину приподниму. Да, кстати, заводить не буду, потому что сейчас трубки откручивать, чтобы все там было без воздуха. Так что погнали. Первым делом я откручиваю кардан. Сейчас он отвалится, уберу его в сторону, чтобы не мешался, чтобы там стоять. И когда полез нижний болт кардана откручивать, увидел сливную пробку масла. Вспомнил, что надо все-таки первым делом сливать масло. В принципе, человек, который делает мне коробки, не запрещает привозить ее с маслом. Но как там подшипники пишут, что маслом, что я делаю с отработанным маслом? Конечно же, я его собираю и продаю. Как бы лишняя копеечка тоже не помешает. Там совсем децл, ну, по деньгам я имею в виду, выйдет, но тем не менее я ее сливаю в эту, в бочку, и пусть она будет у меня. Наверное, надо какую-то пробку сверху открыть, чтобы не плевалась она. Так, только что написал Володька смс-ку, что не помогло ему ни хрена замена актуатора и датчика. Значит, надо разбираться как-то с турбиной. Диагностику, что ли, сначала может сделать. Вот. И про масло я вам рассказал, что масло я сливаю. Подошел тут с одного цеха дядька, с кузни сказал. Говорит, маслица нет отработки, хоть литров 20. Я говорю, ну вот, сливается тут литров 13, наверное. Если будешь брать, бери. Ну, как бы, что там, 13 литров, 150 рублей. Примерно. Нет, каких? Ну, 200 рублей, ладно, там побольше. Уж не помню, по чем масло я продавал. Вот. Ну, я отдал ему. Решил отдать ему канистру это масло. Вот он освободил, она пустая. Все равно сами то и дело ходим. То в один цех, то в другой. Что-то просим, клянчим. Вот. Ну и по коробке что? Коробку всю я раскрутил, все снял. Вот там оставил на одной гайке. И жду манипулятор. Подвесим ее, гайку эту раскручу, и коробка отвалится. Из минусов потерялась одна гайка, потому что откручивал пистолетом. Ай, блин! Ни хрена себе вороток, как не приехал нормально так по ноге. Откручивал пистолетом, и когда она открутилась, как дала и куда-то улетела. Не знаю, здесь по улице смотрел, но не нашел. Так,
Сам шить будешь или повезешь? Сам разбирать не буду. Нет, я тогда тут вообще отсюда никогда в жизни не уйду. Да, дрон? Давай, я ее выдержу. Блядь. Вот, сука, нахуй. Я поднимаю. Бондарчук-то нахуй, блядь. Давай, давай. Не, сюда, сюда, сюда. Не могли раму пошире сделать? Стрелочка, Андрюш, и коробку поменьше. А, блин, на что мы ее? На поддон раньше ставили? Да. А на поддон, на баллон. Ты-то что дакаешь? А тогда, блядь, Виталику нахуй, блядь, возили. Курку, блядь. Куда мы Виталику в фургоне перебирали? А, ну, на поддоне. А давай ее просто на сетку туда поставим, может, она никуда не денется. Там же снизу нет ни хрена. Блин, эту проставку я не снял. Может, она не потеряется? Нет. Слушай, мы ее ремнем привязывали, да и все. Андрюш, на сетку он туда ставь, чтобы она провалилась. Там снизу такая сиська. Не стой, под стрелой называется. Еще сюда. Все, майнуй. Под жопу? Ну куда-нибудь, да, там под. Все, ништяк. Как будто есть чем привязывать у него. Готово. Представляете, какой сервис? Ну, правда, дело в том, что просто у меня легковой нету, она у меня тоже в сервисе. Делают там кое-какие манипуляции. Вот. Позвонил дядь Саша, говорю: дядь Саша, я не приеду. Приедет один манипуляторщик, коробку привезет. Он говорит: проблем никаких нету. Да и Андрюха сам манипуляторщик говорит: нахрен тебе ехать. Я сам все отвезу, скину. И все, потом дядь Саша сделает дефектовку. Счет. И до свидули. И все будет нормально. Так что хрен узнает. Сцепление здесь стоит. Люк. Зроблено в Германии. Люк, кому как нравится. 300 тысяч уже проехало. Но даже я не буду, короче говоря, скидывать его, лазить туда, смотреть. Наверное, прокручу просто маховик, чтобы булавка внизу оказалась. Потому что, ну, все по-разному ставят. Да я и сам, честно говоря, то так мы ставим, то так. Я не знаю, мне кажется, я вообще в этот раз один ее буду пихать. А выжимной мы одеваем навал первичный в коробке. Вилку, чтобы сразу одеть. И потом, когда коробка встанет, я потом вилкой просто снизу беру лапкой. Раз со всей дури. Она заходит в эту булавку и булавку застегиваю. Или даже булавку... Надо сразу застегнуть, она так, что ли, зал. Что-то я забыл, если честно. Ну, в принципе, что так, проблем не возникает. Булавку можно застегнуть, либо так нее попробовать. Вот. Но так все нормально. Видос этот будет продолжаться, пока я коробку мне не сделаю, не привезу. То есть, когда будем ставить, это все будет продолжение этого видоса. Вот. Так что я сейчас сижу, жду, когда мне позвонят с сервиса забрать... Volkswagen. Подушки здесь уже все выдрученные. Вроде медали, видали. Блин, да что за... Меняли вроде недавно подушки. Оригинальные, кстати говоря.
кто-то у меня там спрашивал, какие подушки ставить. Я ставил вот один раз, я менял. Ну, когда мотор делали, тогда меняли и подушки. И вот я ставил оригинальные подушки. Сколько уже это прошло времени, хрен его знает. Может быть, 1200 на этом моторе уже проехали. Ну да, наверное, 1200. Не то 1 070 000 был пробег, когда чинили, не то 1 170 000. И еще там люди тоже спрашивают, какие кольца я, где их беру в актуатор. Вот такие обычные наборы. Продаются они во всех практически магазинах. Если в наличии нет, под заказ точно привезут вам такой набор. Они, кстати, отличаются. Бывают вот желтые коробки, красные, синие. И, по-моему, еще зеленые. Но могу ошибаться. 3 или 4 вида, короче, таких коробок. По диаметру они все кольца одинаковые здесь. Ну, в этих коробках. Сейчас. Ну, что это закрылось-то? Короче, не открывается ни хрена. По диаметру во всех кольцах, во всех коробках кольца одинаковые, да, идут. Но толщина самой резины разная. Вот они по цветам там отличаются, сами коробки. Так что смотрите, думайте. Я просто один раз в жизни купил наобум вот такую. И везде эти кольца распихиваю. Ну, вроде все подходит, и в актуатор тоже подходит. Так что хрен узнает. Все, ладно, погнал я что-то делать другое. Для вас этот ролик будет продолжаться. А для меня найдутся сейчас другие. Всем здоров, новый день. Прилетел в гараж, резко переодеваюсь, как будто ничего не менялось. Уехал манипулятор, приехал манипулятор. Ставим коробку, погода соблаговолит. Как дела, Андрюха? Все четенько, давай сейчас. Пикаем, мне надо на закате. Да? Даже чайку не хватнем? Не, когда сезон еще, блин, какой чай. Не мой чай. Так, надо кабину поднимать. Сейчас, ладно, не спеши. Виталика еще нет все равно. Заткнули коробку, засунули, запихнули. Ничего интересного. Я вот Андрюхе говорю, когда если сцепление не снимаешь, там получается диск на том же месте и остался, где и был. И все ставится 6 секунд. То есть в одни руки, один на манипуляторе, другой я тут сзади манипулировал коробкой руками. Вот. Виталика вызывал, но он приехал после. Вот он только переодевается, а я уже тут наживил гайки, прикрутил, засунул вилку. А, все-таки пришлось булавку расстегнуть. Нет, вру. Да, вру. Так запихнул я ее силком, как врезал по ней, и запихнулась. А, ну, как бы пока все нормально. Надо будет завести, попробовать ногой. Если его не выскочит он оттуда, значит все пучком. Ну, а если выскочит, уже заехать на шпалы. Да, на шпалах, конечно, удобнее. Тут ни монтажка не лезет его подковырнуть. Как бы пришлось под скорую руку, что нашел. Вот такой напильник здоровенный. Вот им долбил, пихал, видите, покоцал. А это все как бы хорошие вещи, но они не лезут. Руку, как всегда, сбил. Это нормально, рабочие моменты. Сейчас Андрюха не ожидал, что так быстро все произойдет. Колеса подкачивает. Сломал мне манометр, вот пришлось не ему денег дать, а с него еще снять. Не знаю, что теперь. Короче, ты просто теперь до 8 надо качать, да? А у тебя 7 положено? Барбузинчик. Дрын-дрын-дрын. Ну сейчас уже просто вот эта погода и температура на улице. Ночью типа минус, аля, к минусу. Днем жара, и они непонятно. Ночью сдуваются, днем разбухают. У тебя вообще вот этот баллон кажется как будто узкий, этот широкий. Хрен поймешь, почему. Кама. Наверное, не надо спрашивать, какой пробег, да? Большой.
Не при... А, ну ты дальники, в принципе, ходишь. А запаска хоть есть у тебя? Зачем? Нету? Она не взрывается. Сплюнь, блин. Кама делала такое, может ездить, ездить, а потом... Все, пизнец, Андрюш. Сейчас будем снимать колеса. Ну ты нажми на кнопку-то, нажимаешь? Я нажимаю. Тебя нехрена учить? Конечно. Слушай, а почему рессора, она не сломана? Чуть там так выгнулась-то? Ну, может, что-то подломим. Сейчас инспекцию проведу, Андрюш. Ага, диагностику вообще сделал, если там... А, это тут само по себе конструкция как-то сюда наклонена, да, стоит. Да, да, она... Все, Женька разобрался. Ну, в китайских я не волоку еще, а в японских я уже соображаю, Андрюш. Да оставь, господи. О, взял, теперь хомут мой уничтожил. Ох, теперь целый день буду ходить, короче, крутить гайки на коробке, все прикручивать. Это целый день теперь забот. Очень быстро все сделали. Чай попить, жопу почесать. Целый день уйдет на установку фишек на коробку. Очень быстро все сделали. Все, дрон полетел? Да. Плюс единичку пиши всегда и все. Хорошо. Он так выше, вот, сломал мне манометр. Ага, там полтора целых очка. Ну и... 1.25, блин. Ну не знаю, у меня показывало ровно 8. Ладно. Все, давай. Ну, что вам рассказать, все, в принципе, нормально, кататься еще не пробовал, но все передачи включаются. Не пойму, как все равно воздух шипит. А, уровень пола, он там играет. Этой подвески кабины. В принципе, все включаются, передатчики четко, не четко, прям... Не четко, а четко постоянно. Ну, это настоящие машины. Как она будет на ходу, еще непонятно. Еще не ездил. В принципе, все на изи прошло. Легко и непринужденно. Такое ощущение, что даже что-то забыто. Защиту не поставил. Надо сейчас защиту сюда поставить. Я ее сразу не ставил, потому что, как всегда, кулису эту кочергу снимешь и не помнишь, как она там потом стоит. В итоге опять неправильно поставил. Пришлось чуть на шлицах провернуть. Но это мелочи жизни, как говорится. Хотите, покажу вам, может, кому-то интересно, что менялось в коробке и какое на это дело ценник. Так, где? Вот он, ценник, сейчас. Так, это тот другой счет, это я вам потом покажу. Будет другое отдельное видео, где чего, что еще я там менял и чинил не так давно. Вот здесь в теньке хорошо. Короче, вот самое верхнее, это за работу, сколько дядь Саша взял, 24 тысячи рублей всего лишь, до этого на синие и веки. О, где она там, не видно. На той, короче, бело-синий. Тоже он же делал коробку, 23 тысячи. Сейчас 24. Ну, а все остальное можете вот либо на паузу поставить, либо что. Все, что здесь менялось. Я думаю, в принципе, будет понятно. И вот такой ценник в итоге получился. Ну, снять, поставить там копейки. Андрюха свой чувак денег с меня практически не берет. Так чисто символически. Вот. Поэтому, кому интересно просто, что делается с машинами, что не делается. Сейчас запишу все это дело на стену, чтобы потом подытожить. Для тех, кто еще не знает... Вот, типа красный у меня на капиталке, вот все сюда пишу. Что? Конечно, ценники, как вам сказать, примерные будут, потому что, например, так, ну да где показать? Передние диски, колодки, суппорта, да, вот я поменял все за 37 тысяч. Здесь в стоимость, допустим, не входят, по-моему, колодки, а может и входят. Но факт тот, что это только за запчасти, за работу... Ну, я все делал, ничего не брал, грубо говоря, да? Поэтому все вот так буду писать. 161 800, там, чтобы потом в итоге, когда тачка уже выйдет в рейс, понимать, какой ценник был.
Где ремонт КПП? Ремонт КПП 161,5, 166, 800. Вот такой ценничек. И потом подытожу все, что было. Ну и на этом ролик завершу. Нет, давайте не завершу. Давайте сейчас я поеду прокачусь, чтобы уже было конкретное понимание, все ли там работает или не все ли там работает, четко или не четко. И тогда уже вам включусь, скажу. С Виталькой перекусили. Протестировали коробку. С коробкой все ништяк, как на легковой теперь. Вот так, чик-чик, ходы маленькие, вообще все переключается. По кайфу поставил защиту, все теперь. Еще трапик надо этот поставить, как его называют. Решетку здесь и туда, и эту фигню, как ее называют, лестницу. Но это уже потом, после всего. И все, прокатился по базе, кайфанул. Теперь будем заниматься другими делами. Так что все, как обычно, всем спасибо, кто смотрел. Всем удачи, всем пока.